Ну что, армянские реваншисты, что происходит? Дядя Вовя не до вас. Он забрал до 80% своих миротворцев, своих генералов, отправил туда, на Украину. Мы с вами остались лицом к лицу. И что вы делаете? Молча освобождаете населенные пункты. Хамчанди, Лачейн, Ходжалы. Когда я говорил, что время придет, и вы вспомните мои слова, и будете освобождать до последнего метра нашей земли, вы смеялись. Нет, ты что? Мы будем там оставаться, ми, наша земля. Так что ты от своей земли ты уходишь? Куда ты топаешь из своей земли, я не могу понять. Если это твоя земля, то куда ты топаешь, балабол? Да-да, снова будет вандализм, вырубка лесов, сжигание домов там и так далее и тому подобное. Унос самого дорогого унитаза и так далее. Но в отличие от вас, мы вас не гоним. Официальный Баку как говорил, так и заявляет. Те, кто хотят остаться жить, пожалуйста, оставайтесь только под паспортом гражданин Азербайджана. А кто не хочет, пожалуйста, чемодан, вокзал Ереван. Ереван, подчеркиваю. 5 раз в день в городе Ханчанды вы слушали наш азан. Если он вам помог, наш азан, можете остаться. А если нет, то вас больше ничего не изменит. Свободны. Я абсолютно ничего не имею против адекватного того количества армянского народа, которое есть. Против них вообще ничего не имею. А против этих балаболов, которые пишут на стенах, мы еще вернемся, там, мы здесь будем, это наше, вот наш флаг Хамчанды, там наш флаг там. Вашего флага уже и там нету, поверьте. Уже нету. И скоро даже следа вашего там не останется. Очень скоро. Еще раз повторяю, ваш защитник, дядь Вова, занят другими делами. Теперь, как я уже говорил, опять же повторюсь, все будет по нашим правилам. Вот и все. Еще раз говорю, дядя Вова вам больше не поможет. Бегите. Почему не поможет? Все очень просто. С Азербайджаном он подписал декларацию о союзничестве. Эта декларация намного важнее, чем Минская ОДКБ. Та же самая декларация подписана и с Турцией. Зачем мне терять двух хороших союзников из-за этого? Да зачем? Разбирайтесь сами. Все. Так что ждите, ночка будет, ай-яй-яй, я же Асуна Азербайджан. Живи, моя страна, страна героев, страна бесстрашных воинов, страна мужчин, которые с молоком матери впитали в себя понятия чести, достоинства, стойкости, веры, преданности своей семье, своему народу и своей родине. Живи, родной великий Азербайджан. Занма Азербайджан. Аллах шаит армзе рахматис. Удачи. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.